целый месяц тянулся с отправкой. Как вы уже поняли из названия, посылочки у нас Lenovo S60. Телефончик интересный, стильный. Заказывал мой товарищ, я заказывал по просьбе своего товарища. Для своей любимой супруги заказывал он. Вот мы сейчас посмотрим. Все уже заждались этот телефон. Я и мой товарищ. Так что вот, наконец-то он до нас добрался. Вот такая вот коробочка. У нас здесь серия S указана. 8 гигабайт S60W моделька. Здесь у нас все по-китайски. Коробочка якобы опечатанная, но это, конечно, уже пломбы, по-моему, продавца. Итак, открываем. Давайте вот отсюда здесь оно. Что, собственно, с ними недельничать. Столько ехал, столько ждали. Сейчас еще будем выбирать, как ее откубривать. Открываем. Итак, как обычно, что у нас? Телефончик в комплекте. Комплект здесь не блещет. Ничего тут такого сверхъестественного быть не должно. Даже отсутствует макулатура, я смотрю. Вот это вот наводит на немножко странные мысли. Сразу же. Наводит на грустные мысли. Переходник и зарядка. Наводит на мысли на сколько сейчас? Секунду. На 1 ампер. То, что как-то все это подозрительно. Где они эти телефоны взяли, неизвестно. Правые они, левые. Ничего, в общем, нету. То, что инструкция на китайском нам не нужна, это понятно. А вот то, что ее просто нету, это как-то немного печалит. Надо бог с ним. Мы с этим разберемся чуть попозже. Давайте сам телефон посмотрим. Телефончик у нас 5 дюймов.